Городская коммунальная служба подозревает конкурентов в поджоге мусоровоза. Как сообщили в компании, в ночь с 12 на 13 января на территории автопарка спецтехники во время обхода территории парковки сторож заметил пламя под кабиной одной из машин. Сразу же последовал хлопок, и автомобиль загорелся. В этот момент в гараже находился водитель, который собирался выезжать на работу в ночную смену. Начал переодеваться, слышал, сторож начал что-то кричать, нечленораздельно. Выглядываю, смотрю, столб пламени уже стоит. Выскочил, начал сразу разгонять машины от этого КамАЗа, отгонять. Потом уже бронзбойт размотали, начали поливать, пока сторож там пожарных вызывал. В принципе, вот так вот оно все быстро произошло. Благодаря слаженным действиям сотрудников городской коммунальной службы, остальную технику удалось спасти. Еще до приезда пожарных работники компании успели отогнать большинство машин от очага возгорания. Сейчас причины пожара выясняются. В городской коммунальной службе считают, что машину целенаправленно подожгли неизвестные, проникшие на территорию автобазы. Злоумышленники проделали дыру в колючей проволоке, после чего перелезли через забор, подошли к машине с промасленной ветошью и в нескольких местах подожгли ее. По мнению генерального директора группы компании ГКС Владимира Проняева, за злоумышленниками могут стоять недобросовестные конкуренты, которых не устраивают успехи компании и ее планомерное развитие. Я все-таки думаю, что это дело рук конкурентов. Где-то полгода назад мы начали работать в городе Батайске. Там мы зашли на место компании, которая работала некачественно, и нас туда пригласили работать. Естественно, мы начали работу с того, что построили новые контейнерные площадки, мы установили пластиковые евроконтейнеры. И я думаю, что конкурентам это не понравилось, так как сразу к нам пошли еще клиенты, еще. А конкурентам не хотелось менять старую неэффективную схему работы. И таким образом, лишив меня технической возможности предоставлять качественную услугу, я думаю, что они хотели меня вытеснить с этого рынка. После поджога на парковке предприятия установили видеокамеры, а забор удлинили еще на 2 метра. Руководители предприятия не исключают, что это не последнее покушение на их бизнес. Городская коммунальная служба занимается вывозом отходов в Ростове и области 15 лет. За это время не было зафиксировано ни одного конфликта с клиентами. Компания считается надежным и качественным поставщиком коммунальных услуг.